9 августа 2014 года более 150 человек совершили восхождение на гору Народное. Очень тяжело, практически весь путь шли пешком, таща на себе велосипеды. Ощущение одновременно усталости и приятного настроения на фоне той красоты, которую мы видим. Короче, мы где-то здесь. Мы потеряли флаг, потеряли рацию, намочили одни вейдерсы. Не потеряли надежду. Не потеряли надежду и дух. Это стоило того.